Всем привет! Решил сегодня снять видео про мой комнатный лимон. Сорт, кажется, Мейера. Вот такие лимончики уже созрели. Так как он решил цвести сейчас, и нужно ему много питания, решил я урожай снять сегодня. Так как вот уже некоторые листья желтели, даже опадать начали. И пошла уже в это лимона новая зависть. Лимону этому уже 10 лет. Даже, наверное, больше. Он довольно такой толстый. Посадил я его в емкость со стиральной машины с нержавейки. Дно обрезал, посадил. Приварил там, чтобы ровное было так, как оно наискось. Ну, будем снимать урожай, чтобы дать завязаться новому. Потому что если будут висеть лимоны, то зависть, думаю, особо не завяжется, пообсыпается. Да и листья, вот, вижу, желтеть начали. Вот бутончики. Но они отцветают, это пустоцветы. Думаю, все-таки будут завязи у нас в этом году новые. На этом деревце созрело у нас за год 4 лимона. Лимоны такие, два крупные, вот один, вот второй, и что снизу, это два помельче лимона. Там у меня вода стоит дождевая, я поливаю. Ну, сейчас будем срезать лимончики ножницами. Знаю, одной рукой неудобно. Ну, попробуем. Оп. Один лимончик я уже срезал. Это что помельче. На запах, конечно, с магазинными не сравнить. Так. Положим его в тарелочку. Сейчас. Срезаем второй. Срезая этот урожай, мы даем возможность завязаться новому урожаю. Вот два лимончика уже я срезал. Это вот кустики. Я уже сам черенковал. Этот уже давно был привитый, а это я с него черенковал. Это вот прививал в том году. Такая вот уже ветка, тоже уже бутончики. И вот это. Эти я продаю деревца. Это уже этому где-то около 4 лет, но они в малой таре так не растут сильно. Это 2 года как уже вымахал, и там еще. И вот этим тоже по пару лет. Вот этому пару, а этому, кажется, тоже года где-то 3. Так. Вот еще одного лимончика сейчас зрежем. Подобраться до него неудобно вместе снимать и резать. Ладно. Отрезаем. Опа. Так. Такой вот веточкой отрезал все лимон. Лимон у нас покрупнее уже. Кверху такой вот. 3 лимончика. Ну и 4-го. 4-го подобраться. Все. Урожай снял я. Для такого дерева он ту зиму перенес трудновато. Но все-таки 4 лимона завязал. Было больше, около 10, наверное, но осталось 4 все лишь. Лимончики такие красивые. Конечно, пахнут хорошо. Вот наш урожай. Ой, упал. Так, наш урожай. Это точки поливал, так земля
попало, пырскнуло. 4 лимончика домашних, выращенных на подоконнике. Ну, летом он у меня на улице стоит. Я забираю дом постоянно. Здесь у меня все в процессе стройки. Стены буду обшивать горблем шлифованным. Это я вот покупал лимоны в этом году недавно. Это сорт Эврика. Такой вот череночек. Также уже начал расти. Не видно. Это Эврика сорт. Это Монакелло. Такой вот. Это я одного человека брал. И вот этот вот. Новогрузинский. Ну, новогрузинская снизу. Видно он. Небольшая ранка. Ну, думаю, перезимует. Это лимончики такие. Решил я обновить сорта. Так как у меня один все время был. Это вот апельсин Вашингтон Новелл. Подвой грейпфрукт. Такой апельсинчик. Также я приобрел. А это мандаринчик. Кавана Васе. Подвой апельсин. Такой вот мандаринчик. Летом уже пересадим их. Эти что покупал. А вот это мой привитый, прививал я. Выгнала его. Уже вот даже показать. Вот цветочки будут, бутоны. Также на этом сверху вон бутоны. Наверное, немного питания не хватало, так как они в этой таре уже много лет растут. Так. Надо все это пересаживать. Вчера и сегодня ходил, добывал землю, торф, лесную, зерновую. Надо еще перегноя идти взять. И буду делать грунт для лимонов. Пересажу эти мои лимоны в большую тару. Пойдут роздых. Наверное, может, лимончик оставлю даже. Но они для лимона еще не очень большие такие. Один год было, вызрел лимон и пропало деревце. Так что, наверное, бутоны эти оборву. Уже когда сформируется более-менее устойчивое дерево, крупное, тогда уже будем давать ему плодоносить. Вот пошел новый-новый бутончик у нас. Побег, вернее. Эту ветку мы оставим, если все нормально, да не отсохнет. Сюда будет крона идти. Сформируем. Сюда ветка будет, сюда ветка. И здесь наверху, чтобы еще пару хотя бы выпустила. Если кому интересно, так могу таких вот продать. Но уже высокие деревца получаются, сантиметров около 40. Это вот так же. Уже бутончики видны. Небольшие. И здесь. Короче, все наши цитрусы решили зацвести. Вот с того года подсыхали. Ветки такие были. Это вот свежие также. Веточки выпускает. Вот небольшая видно. Короче, пошли в рост. Так уже занес в дом их, потому что на улице лето стояли. Вечерами прохладно было. Будем на днях, как замучу грунт, пересаживать. Эти два, вот эти вот два. И тот, что там он стоит. Также. Урожай мы сняли. Такие красивые лимончики. Запаха передать не могу. Но запах с магазинами не сравнится. Вернее, магазинные с ним не сравнятся. Посмотрим, как наше деревце перезимует.
повесил я такие вот прожектора, досвечиваю один здесь, второй здесь, всего лишь по 10 ватт они китайские. Также еще с Китая с Алиэкспресс заказал фитоленту, хочу сделать светильник, думаю. И вот, вот в этих угол наклона регулируется. Ну не знаю, как они действуют на листья, полезно, не полезно, но свет все-таки есть, досвечивают, так как окошко здесь низкое, света мало, да и на улице сейчас пасмурно. Так я решил, пускай целый день и горит свет. Вчера хорошо пролил грунт. Ну, думаю, его надо будет еще заменить. Вот когда уже сделаю замес грунта, это там будет торф, перегной и лесная зерновая земля, такая черная. И также еще и золы добавил. То верхний слой здесь сниму и сюда засыплю. Так как здесь земля такая, с моего огорода, она больше чернозем с песком. Ну, летом подсыпал, муравьи завелись. И сейчас вот муравьи нору выкопали. Не знаю, как их и свести. Сыпал уже им и золу, все, да к троху свелись. Да проливал часто. Это опять будет надо купить что-нибудь, да положить. Снизу в этой емкости у нас вода, чтобы испаралась, да влажность была. Это вот веточка сухая. Обламывать можно. Были зимы, что он почти весь высыхал. Вот видно там. Вот опиленная ветка. И вот опиленная толстая. Это так высохшие были. Мало-помалу. Все-таки я приучился уже ухаживать раньше. Так рос, да и рос, особо внимания не придавал ему. А это уже решил заняться разведением цитрусов. Вот приобрел сортов разных. Апельсины, сорта цитрусов буду разводить. Также еще планирую сделать небольшой зимний сад. Как получится, с поликарбоната. Вот здесь, где окно. По периметру пристрою, вот здесь вот. Ну и что-нибудь для отопления придумать надо будет. Зимой-то им много не надо температуры. 10-15 градусов, чтобы листья не обсыпались. Так что сделаю зимний сад, там уже какой-нибудь отопитель, чтобы поддерживал температуру. Так как у нас в Беларуси больших морозов нету особенно, то думаю, справимся с этим делом. Но есть иногда до 20 градусов, но это коротковременные, там день-два. Так что будем делать на следующий уже год. Вот видно, бутончики завязываются везде цветовые. А лист вот пожелтел. И подкармливал я уже его. Ну, наверное, это лимоны все потянули плоды сами. Вот такие у нас плоды. Это за год созрели. Ну, посмотрим, что на следующий год завяжется. Также еще в доме, в другом у меня стоит лимон. Там завязалось уже 5 штук. Но он также с листьями желтыми такими. Надо будет грунту его подменить немного. Ну, на этом будем заканчивать. Кому было интересно посмотреть про цитрусы, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду также еще снимать по цитрусах, прививку, пересадку, как что делается. Всем спасибо за просмотр. Смотрите мои новые видео. До свидания.